Марина Волоснякова села за руль недавно. Чтобы обезопасить себя, решила проверить техническое состояние авто. На станции техосмотра машину обследовали и сделали заключение. Транспорт готов к использованию. Техосмотр, по-моему, не изменился нисколько. Но я не против его. Лишний раз проверить свою машину. Так что талон не изменился, по-моему, такой же. С 1 января пункты техосмотра работают по новому закону. В принципе, сама процедура не изменилась. Единственное, что у водителей теперь не требуют аптечку. Однако документальное сопровождение требует огласки. Пресловутой госпошлины с нового года платить не нужно. ГИБДД полностью передала функции осмотра в частные руки. Стоимость услуги под контролем областного департамента цен и тарифов. Водитель не должен платить за ТО больше 362 рублей. Если обнаружена неисправность, у клиента есть 20 дней на ремонт. Затем вновь на станцию. Проверяться те неисправности, которые были выявлены, они будут производиться по дополнительной цене, которая, опять же, не будет превышать стоимость прохождения технического осмотра. Все станции ТО будут работать в таком режиме до 2014 года. Неразбериха может возникнуть с процедурой страхования. Без действующего талона техосмотра полис владельцу не выпишут. Прежде чем оформить страховой полис, автомобиль должен пройти технический осмотр. Без талона технического осмотра, который должен выдаваться только на станциях техосмотра, страховые компании не имеют права страховать автомобиль. Но волноваться не стоит. Если с момента прохождения техосмотра прошло менее полугода, талон автоматически признается действительным. Пока весь этот механизм проходит обкатку. В будущем получится так, что проходить технический осмотр автовладельцы будут перед окончанием срока страховки. Александр Гришаков, Андрей Глазырин, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».